Друзья, всем привет! Как и обещал, я вам покажу, сколько раз можно зарядить от пауэрбанка Pisen, у которого 20 тысяч миллиампер часов емкость. Сейчас будем заряжать Blackview с аккумулятором 5000 миллиампер. На телефоне полное было выключение и полный разряд. Сейчас он отключился. Мы его подсоединяем вот этим шнуриком к пауэрбанку. Вставляем его в 2 ампера. Вставили. И включаем кнопочку здесь, чтобы он показал нам заряд. Заряд он нам показывает 100%. И вот только что свибрировал телефон и показывает нам, что пошел заряд. Вот нам пример. Я скажу, следующий эпизод будет то, сколько показало нам на самом пауэрбанке. Прошло у нас 5 часов и 30 минут. Включаю я пауэрбанк. Ложусь я спать сейчас, поэтому делаю контрольную проверку. Здесь показывают 69, а здесь у нас показывает заряд 85%. Сомневаюсь я, что он сможет зарядить 3 раза, но время покажет. Получается, где-то ему еще нужен около 40 минут, чтобы полностью залить. Пауэрбанк должен залить телефон. Завтра утром посмотрим, сколько будет, когда проснусь, здесь заряда, сколько он отдаст полностью. По идее, он зарядит и отключится. Сейчас 69. Наступило время проверить, и к моему удивлению я обнаружил, что показывает уже 89%. То есть, как я не пытался запустить заряд, но контроллер в телефоне показывает, ну, дает отбой пауэрбанку. И что мы видим здесь, что нам показывает? Здесь у нас виднеется 67%, то есть 33% ушло на заряд, 89% в пауэрбанк, в телефоне. Напоминаю, что в Blackview стоит аккумулятор, заявленный 5000 мА. Ну что ж, не захотел он пускать, я его включаю вновь на зарядку, он опять его отключает. Поэтому, как я понял, может зарядить только полностью заряд, дать полный 100%, только 220 вольт зарядка. Проводим мы съемку после полного разряда. Сейчас у нас по-прежнему показывает на экране 67%. Мы вставляем в разъем. Так. И после того, как я сейчас подсоединил, пошел заряд. У нас показывает, что 1%, ну а здесь 67%. В прошлый раз не зарядил наш пауэрбанк смартфон до полного 100% заряда, но показывал 89%. Уверен, что ничего не изменится, будет точно так же. Ну и то хорошо. Ну что, ребят, еще один пример того, что контроллер заряда подает сигнал, что он уже как будто бы зарядился. И смотрите, сколько показывает. На экране у нас показывает 87% заряда. Он больше не хочет брать. То есть он его отключает, пауэрбанк отключается, и путем нажатия клавиши продолжается зарядка. И у нас вторая зарядка была 67, стала 39. То есть вот такой вот результат. Нам еще 100% хватит на заряд еще один. Сколько останется, давайте посмотрим. Полностью разряжаю эти 87% и заряжаю еще раз. Итак, следующая зарядка у нас начинается. Полностью разряжен телефон. Есть контакт. Завибрировал. И пошел заряд. Заряд у нас показывает 1%. Итак, 39 и 1. Смотрим, сколько останется утром здесь. Ну и помним, что у меня контроллер заряда на телефоне дает
команду. Вот прошлый первый раз 89, второй раз 87. Сколько покажет утром, не знаю. И сколько останется здесь. Ну что ж, наступило утро. И у нас показывает, что идет уже заряд свыше 87. Но он остановился, пауэрбанк, заряжать его, когда он был выключен. И была отметка 12. Я нажал включение. И вот пошел заряд, не знаю, до скольки он его покажет. 87 было, сейчас 88. Но стоял он до этого все время на 87. После включения пошел заряд. Я его оставлю, посмотрю, на какой отметке он отключится. Может, догонит до 100. Ну и, как видите, было 38, сейчас 11 показывает. Ждем, что еще с него можно выжать. То есть это у нас уже идет третий заряд. Ребята, догнало его до 89 и отключилось. Как видите, он включен, но при подаче дает сигнал отбоя. На момент полного заряда показывает 10% осталось в пауэрбанке. Посмотрим, сколько эти пауэрбанк 10% сможет залить. Ну что ж, ребята, сделал я полный заряд смартфона на оставшиеся 10%. Было 10, и сейчас показывает полный разряд. Мигает, начинает мигать с 10%, то есть только переваливает. Здесь он уже не заряжает. Когда мы включаем аппарат, он зарядил его до 31%. Точнее, до 32%. Вот пока он бежал в таком вот состоянии, разрядился на минус 1. Ну что ж, получилось у нас 3 раза. Три раза мы зарядили полностью аппарат. Полностью тоже в кавычках, потому что это говорит о том, что полного заряда не было. Трижды по первый раз 89 и второй раз 87. И третий раз 87. Получается, неполные заряды. Но, возможно, дело не в пауэрбанке, это 100%, потому что подключал другой пауэрбанк, контроллер, как я говорил, отбой дает. Дело все в том, что нужно выполнить калибровку батареи. Я это делал, но что-то не помогло первого раза. Поэтому вот у нас такие вот результаты. Хочу повторить еще, посмотреть, у Валюши есть телефон P770, там 3500 батарея, сколько его можно раз зарядить от пауэрбанка. Но это уже будет другое видео. Если вам интересно, хотите узнать, давайте знать в комментариях. Ну и благодарен, что посмотрели этот видеоролик. По вашим заявкам было выполнено тестирование пауэрбанка Pisen 20000 ампер. С уважением, Сергей. До новых встреч. Пока.